4 года в международном розыске, но убежать так и не удалось. Сотрудниками УФСБ России по Ивановской области совместно с коллегами из Крыма и Севастополя в городе Саки был задержан фигурант уголовного дела. Еще в 2010 году в отношении этого мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 159. Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, либо в особо крупном размере. Все это время обвиняемый в буквальном смысле слова пытался избежать наказания. Обвиняемый, зная об этом, покинул территорию Российской Федерации, и все это время он скрывался на Украине и на территории Республики Крым. И 15 ноября сотрудниками ФСБ России задержанный был доставлен в Иваново, и сейчас он находится под стражей в СИЗО номер 1.